Ивановские власти за разнообразие пунктов общественного питания в центре города. Не так давно на площади Пушкина началось строительство нового общепита. Это событие не могли обойти вниманием ивановские коммунисты. Партийцы собрались на площади Пушкина в среду вечером по просьбам местных жителей. То, что еще одна забегаловка возникнет в самом центре центральной площади Иваново, для людей неприемлемо. Возможности покушать у нас достаточно здесь и на каждом шагу. И ладно бы хорошо кормили. Еще и, так сказать, фастфуд очередной, да, то есть в любом случае это не актуально и вредно. Наиболее памятливые припоминают громкий скандал, случившийся по поводу строительства в такой же зеленой зоне на перекрестке проспекта Фридриха Энгельса и улицы Громобоя. Организовывалось строительство около Красной Церкви, и тогда было сказано, что без согласования с жильцами близлежащих домов по законодательству никакого строительства быть не может. Да? То есть и тогда же было озвучено намерение озеленения города, то есть необходимость зеленых зон. Вот. Но тем не менее, вот сейчас по факту опять застройка в самом центре, которая никак не вписывается и противоречит вот здравому смыслу. Однако в очередной раз городские власти нарушили свои обещания, причем неоднократно. Это здесь, это объект, который строится на набережной. При том, что когда строили, вбивали сваи, потрескался стоящий рядом дом, жители жаловались, мы устраивали там пикет, ничего не работает. Сначала сказали, не будем строить, начали снова строить. Это объект на Ташкентской, там рядом с Брянным жилым домом в 10 метрах строится автоцентр с заправкой, с мойкой и так далее. Но тоже явно нарушение регламента. И вот таких вот можно назвать довольно много. Пикет, несмотря на хлесткие лозунги, служил не рекламной кампанией коммунистов, а для сбора подписей против строительства. Возведением общепитов вместо зеленых зон горожане сыты по горло. Наталья Романова, Олег Милехин, РТВ Иваново.